Приветствую. Вот еще один день прошел. Пошел очень так, как бы, плотно. То есть плотно в чем, что я сегодня даже не рассчитывал собрать вот эти вот оправы, но я их собрал, и они получились на отлично. И это радует. Теперь у меня осталась только заточка. Это уже будет отдельный день, отдельная песня, как говорится. Посмотрим, что к чему, что как. Давайте начну сразу с того, что вот этот клиночек залапанный опять. Ну, руки, видите сами, какими руками сейчас я их. Перчатки не купил, в воскресенье, никто работать не хочет. Вот, этот клиночек хотят забрать. Не 100%, но может быть. Поэтому договорились, что пока оправу на него не собираю. Вот. Человек хочет сам собрать оправу, сам заточить. Как бы я его очень даже понимаю. Дальше. Вот эта вот бритовка заказана постоянным заказчиком. Вот так вот. Та, которая вот с рытвинкой на бушке, видите, следы ковки. По его же просьбе G10 оправа. Он тоже, как и я, увидел в этом материале, в данном материале, это корейская стабилизированная береза синего цвета. Хотел ярко-красное что-то, но как-то, не знаю, что-то меня не повело в эту сторону. Видите, там структурный рисунок древесины. Вот. Прочувствовал, как и я, то есть вот эту практичность максимальную в оправе, в такой вот. Ну, резкость, давай дружить. Все, ну тут все они, все ровно закрываются, все ровно открываются. Так вот. Вот. Эта бритвка тоже уже. Не тоже, а уверенно уже нашла своего хозяина. И остается у нас 4 штуки. Это вот. Вот с таким вот обушком. Все подзалапано, конечно. Извиняюсь. Ни одной перчатки здесь нет. Протирать бестолковое занятие. Ну как бестолковое? Вот давайте протру. Я просто 2 раза сейчас крутну в руках, и она сразу же начинает залапываться. Потому что такими руками, конечно, не делаю. Ну, это все производственные моменты. Поэтому все это потом исправляется, естественно, и все будет хорошо. Ах, ругайте меня, ругайте, чтобы я больше такого не делал. Хочется какой-то красоты, хочется какой-то там, не знаю чего. Но акрил оказался хлеще стали. Стали, ну, когда режу сталь, тут хотя бы понятно, что к чему. И то есть я чувствую, как она режется, и знаю, что ждать. А вот от акрила в этом моменте полная неизвестность. То есть режешь и не поймешь, соскочит сейчас штихель или наоборот возьмет лишнего или зарулит куда не нужно. Поэтому акрил, да, конечно, хочется сделать красоту, хочется, но чем резать акрил, я не знаю. То есть, ну, может, штихель какой-то особенный нужен. У меня полукруг, это моя любимая форма полукруга. Это сейчас я вам покажу, секунду. Вот так вот это выглядит. Вот такой формы штихеля я люблю ковырять. Вот. И поэтому, может быть, вина того, что у меня не так получается. Да, новый материал. Лежит у меня тут уже 2 недели, как минимум. Вот, решил собрать, смотреть, что из этого выйдет, не выйдет.
Вот тут, конечно, я вам скажу, странности. То есть вот эти вот прозрачности я не задумал делать. Реально не задумал. А потом оказалось, что этот акрил, он имеет прозрачный слой тонкий с обоих сторон. И вот он, пожалуйста. Как будто наборный клин. Он просвечивает даже так насквозь. Ну-ка, вот так вот выловим сейчас. Вы видите? Вот так вот. Даже меня удивил. Которого удивить сложно чем-то. Вот. Все. Ждут заточки. А я сейчас покажу. Я жду окончания работ с этими бритвами, чтобы... Какая плотная крышка. Чтобы вот такие вот приспособы на фрезере сделать пазы. Там рассверлить, подогнать, там все это дело сделать и закалить. Это для того, чтобы делать, производить, правильно сказать, производить вот эти вот шайбы, но более меньшего размера, то есть, чем они на данный момент. Более миниатюрные для миниатюрных бритв. Вот, все они у меня лежат, заготовки уже готовы, только вот единственное, что рассверлить, паз прорезать фрезером, закалить, подогнать там эту центровку, там, ну, в общем, так, по мелочи, все по мелочи. Вот, и наконец надо все-таки их сделать. Так, ну что ж, что еще хотел сказать. Да, по поводу вот этой вот бритовки. Не этой, нет, а нет этой. Вот этого рисунка. То есть, если вы считаете, что это не должно вообще тут быть, это, ну, фигня полная, скажите мне прямо, честно, я эту оправу сломаю и сделаю другую. Вот что я хотел спросить у вас по этому поводу. И, в принципе, больше никаких вопросов, как говорится, к матросам. И на этом всем пока. Ну, уже в следующий раз еще разочек поднадоем третьим видео с заточенными бритвами. Или надо ли. Да? Там уже будет видно по ходу, мне кажется. На этом точно все. Пока.